Строительство больницы в Тенау идет действительно ударными темпами. Мосводоканал развернул свой оперативный штаб на краю гигантской площадки, и сейчас везде идут работы. Пахотное поле было, 80 гектар, которые находятся на балансе города, сейчас превращаются в мобильный госпиталь. Больница будет расположена на огромной территории. Сейчас вот здесь, в этом месте, идет строительство водозаборного узла. Это артезианская скважина. Мосводоканал принял активное участие в разработке проекта и реализации на всех этапах. А у нас 4 объекта: канализационные насосные станции, водозаборный узел и очистные сооружения. То есть полная инфраструктура по водоснабжению и канализации данного объекта. Вот сейчас мы с вами подходим к водозаборному узлу. Проектная производительность, ну и фактическая тоже, 1250 кубических метров в сутки. Уже отлита плита под резервуар питьевой воды. К приему бетона готовится следующая банка. Ну и чуть дальше площадка очистных сооружений водоподготовки. Здесь будет размещено оборудование для водоподготовки. Мембранные фильтры, обратный осмос, хлорирование воды. Завтра начинается монтаж оборудования. Видите, еще даже нет крыши, но оборудование уже будет монтироваться, чтобы выполнить поставленную задачу в срок. С учетом рельефа местности, где будет размещаться объект, мы были вынуждены запроектировать и начать строительство двух канализационных насосных станций вместо одной. И через 2 дня мы начинаем монтаж оборудования в подземных канализационных насосных станциях. И вода будет подаваться на очистные сооружения с доведением качества после очистных сооружений до норматива рыбохозяйственного значения. После принятия решения мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным в течение 3 дней был развернут штаб и начат строительство. Параллельно ведется проектирование объекта. Объект рассчитан на 500 пациентов и 1800 человек, обслуживающий персонала и врачей. Такого объекта никогда не было, решений типовых нет. Очень хорошая команда проектировщиков и строителей, поэтому поставленные задачи будут выполнены. Но такой объект реализуется впервые. Он будет запущен.